Сочинцы срезали сухие ветви, благоустраивали свои придомовые территории. Уборкой также занялись сотрудники городских предприятий, тосовцы, домкомы и вся сочинская торговля. Облагораживали улицы, собирая мусор и административные служащие, сменив компьютерные мышки на грабли. Мы все любим наш город и хотим, чтобы он всегда был такой чистый, красивый. Выбрались, так сказать, с рабочих будней и вот такие выходные устроили. Тоже нормально, да. Да. И полезно, и на свежем воздухе, и будет чисто в городе. Очень хорошо. Все и все сразу. Одним выстрелом двух зайцев били. Лето в этом году, как известно, выдалось засушливое. Основная борьба велась с листвой. В ход пошли и метла, и ветродуи. Во всех микрорайонах центрального района, начиная от Мамайки и заканчивая за вокзальным микрорайоном, везде проводятся субботники по наведению санитарного порядка. Впереди очень много событийных мероприятий, которые будут проходить и в центральном районе, и в Адлерском, и в Хостинском. Поэтому жители наши с пониманием относятся к данной ситуации. Все готовы принять участие. Этот общегородской субботник не последний. Несмотря на завершение курортного сезона, Сочи примет еще десятки тысяч гостей, которые, в свою очередь, ждут встречи с самым красивым и ухоженным городом страны – городом-садом. Работа по очистке, в том числе и гостевых зон, и мест общего пользования продолжится, причем в усиленном режиме. Галина Захарова, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.